Сегодняшняя рабочая неделя в администрации муниципалитета началась с приятного момента. Состоялось награждение лучших представителей района. К собравшимся с приветственным словом обратился глава района Заур Хамирзов. В преддверии празднования столетия Республики Адыгея позвольте всех вас поздравить с этой знаменательной датой. 100 лет. Если брать в масштабах истории, это очень короткий промежуток времени, но если брать в режиме реального времени, можно сказать, что за это время республика состоялась. И главным достоянием республики, естественно, являются жители республики Адыгея. И в этом году в честь празднования столетия республики Адыгея была учреждена медаль. В год столетия Адыгеи республиканской награды были удостоены более 50 жителей Кашхабыского района из разных сфер деятельности. Труженики производства, работники административной сферы, образования, культуры, старейшины, общественные деятели, представители духовенства и многие другие. Словом, все те, кто своим трудом, ответственностью, беззаветной любовью к нашей земле внесли вклад в развитие и процветание района и республики в целом. «Приятно и достойно получать такую награду сегодня», сказал в ответном слове житель аула Кашхабль Руслан Карданов. «Сегодня очень рад, что наша республика достигла таких больших успехов за эти 50 лет. Не вспомнить, не гордиться этим невозможно. Я, естественно, никогда не думал, что мне посчастливится через 50 лет встретить столетие Республики Адыгея и получить такую высокую награду. Поэтому я от себя хочу поблагодарить руководство Республики Адыгея за эту награду, руководство Кашхабыского района в вашем лице, Заур. И хочу, вот я смотрю на вас всех, все молодые, красивые, дерзкие, будем говорить. Дай Бог, чтобы вы в ближайшее время все живы и здоровы встретили 150-летие. Мы, в свою очередь, поздравляем всех награжденных, желаем им дальнейших успехов на благо республики.